другие друзья. Сегодня мы будем играть Стих Маргаретты с ребятки, да. И мы будем играть в компанию, ребятки, но необычная сложность. Это вот уже вторая часть. Необычная сложность, а сложность сложная, а необычная. Да, ребятки, вот так вот. И все, ребятки, я перед тем, как мы начнем, я вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал. И далее. И поставить колокольчик, ребята. Ладно, окей, я начинаю. Так, первый уровень у нас, мы остановились на уровне Капьютона, и мы прошли. Окей, мы прошли уровень Капьютон, окей. Нам нужно, когда рассвет будет, нам нужно выжать эту атаку, все понятно. Мы видим, а как байтить вот этих мечников? Ребята, а как байтить этих мечников? Я же не знаю, ребята. Плохо дело, реально. Так, сейчас вот это мы используем. Руду. Так. Давайте. Так, сейчас будем выстраивать оборону, собственно. Ну и спартанцев оборону тогда будем выстраивать. Что же еще делать, ребят? Без спартанцев-то никак. Просто, ребята, спартанцы, они-то сильненькие. И они смогут хотя бы выдержать атаку мечников, а то мечники против мечников, это будет неравно, то есть и у нас будет шансы 50 на 50, поэтому я лучше буду спартанцев использовать, ведь спартанцы, они крутые. И лучников могу, и буду лучников тоже использовать, они тоже крутые. Вот лучников поставим. Лучники, они пока начнут там атаковать их, то они пытаются, будут что-то делать. О, скоро они нападут, ребята, плохо дело. Скоро нападут вот эти мечники. Почему так быстро, я не понимаю. Как так быстро? Они уже скоро нападут на нас, вот эти чуваки. Мне кажется, вам не кажется? О, кстати, я и мой лучший ученик, ребята. По моему сигналу нападая. Хотя не по моему сигналу они сами нападут. Это я и мой ученик, ребята, вы знаете. В прошлой серии рассказывал, я все время золотой спартанец, ребята, да. И это мой самый крутой ученик. Вот, это мой самый крутой ученик. Есть еще слабенькие ученики, они еще не хотят выходить. И уже напали, ребята, давайте, битва пошла. Не получилось по моему сигналу, давайте. Они уже напали, давайте, бейте же. Давайте по моему сигналу, давайте, бейте, стреляйте по моему сигналу, да, победа. Ну, круто, ребята, круто. Ой, реклама, ребятки, перематываю. Реклама закончилась, ребятки, прокачиваем до конца рудокопа, а теперь можно всех, кого угодно прокачивать. И, кстати, у меня еще два можно прокачать, это круто, ребят, круто, что мы еще два можем прокачать. Ну, давайте тогда у Яра Мечника меч прокачаем, а что-нибудь прокачивать. Убимаг, ребята, следующий уровень убимаги. Так, сразу мы сделаем вот так. Вырастаем эти вот штуки крутые. И все, хватит, ребята. А теперь я попросил, золотой спартанец сегодня не выйдет. Это я сегодня не выйду. Я попросил свою слабейшую армию. Но они тоже мои ученики, но они чуть-чуть слабые. Вот это моя слабейшая армия. Я их попросил, золотой спартанец. Я сегодня не буду по моему сигналу делать. Только в этом уровне. И я их попросил этот... Сейчас расскажу. Меня попросил разные игры сказать, что по моему сигналу мы слабейшая армия. Но скоро мы можем стать тоже как вон тот лучник. Крутой, золотой. И нам дадут золотые доспехи. Мы скоро тоже будем большими и золотыми. Окей. Когда мы подготовим армию, я скажу по сигналу. По сигналу вы нападете. Ладно, окей, вообще-то я хочу, чтобы я был по сигналу. Я вообще-то мне сказал разные игры, поэтому все. Окей. Сейчас выбежит другой чел. Ну чё, слабаки, у меня золотая броня, я лучший ученик вообще, разные игры.
золотого спартанца. Поэтому сегодня я буду говорить, мне только что разные игры сказал. Сегодня я буду говорить вообще, кто когда нападать будет, поняли? Ладно, окей, поэтому все, я здесь сзади буду стоять. Все, ребят, меня сегодня нет. Меня просто сегодня нет. Сейчас мы давайте 5 штучек вот этих сделаем. И мне кажется, можно нападать, ребята. Мне кажется, нужно нападать. Но мы просто так нападем. Чих-чих-чих-чих-чих-чих. Так, нападем, все. Ну что, мне кажется, сейчас уже пора нападать, ведь наша армия уже развилась. Вы пока здесь потренируйтесь, а я попробую стрельнуть и подать им знак, что мы нападаем. Знак! Опачки, я попал. Я... Не, вообще-то знак это не вот это. Знак я хотела типа стрелу, как вы это делают, когда стреляют прям в прям этот, прям туда, то вот это типа знак. О, вот, ребята, вот как хорошо залетел. Я опять попал? Вот. Бам! Это. Чё, почему они не могут попасть? Да блин, трава, я не хочу попадать, я хочу. Вот, все, это знак, что мы скоро нападем, ребята. Чё, они нападают? По моему сигналу, давайте, начинаем биться. Давайте, люди, давайте, давайте, давайте. Давайте, я буду стреляться. Я буду... Давайте, люди, мы победим. Давайте, они уже тоже напали. Мы должны победить, давайте. Давайте, люди. Давайте же. Мы победим, нате. Получите. Нате, нате, прям в прям мага, нате. Получите. Куда вы уходите? На, прям мага. Все, мы нападаем. У нас не получилось по нашему сигналу. То по моему сигналу, то значит без моего сигнала. Окей, давай, пошла битва реально, ребята, давайте. Все, давайте, ломайте их на башню. Враг вызвал подкрепление. Капец, плохо дело. А у нас тоже подкрепление выходит, ребята. У нас тоже пошло подкрепление реальное. У нас тоже пошло, ребята, огромное подкрепление. Ну, очень маленькое даже. Очень маленькое. Состоит из одного мечника. Сейчас они когда прибежут, эти мечники? Вот, состоит из одного спартанца, одного мечника и одного лучника. Капец. Я сильнейший ученик. Сильнейший ученик. А! Нет, меня сейчас убьет. Мне надо уходить. А, меня убили. Я же сильнейший ученик. Ладно, потом стану. Капец, трава. Нет, ребят, надо кого-то убить. Кого-то... Стоп, все, это последние люди, которые хотят убить. Это лучники крутые. И башня тоже может атаковать, ребята. Башня тоже может атаковать. И вот это... И потом я понимаю, что мои люди не справятся. И поэтому выхожу я. Ты один раз попросил вас защитить башню. Ничего не можете. Я сейчас покажу вам, как надо. Смотрите, как надо. На! На! Ай! На! На тебе! Одного мага! На! Ай! Как плохо дело, ребята! Чё-то валянкина! Я башню не могу защитить! Они там пока ломают башню! Я здесь пытаюсь... Нет! Я не виноват. Ладно, я говорю правду, я подавался. Реклама реально перематывает. Ну все, они выиграли меня не в жесточайшей битве. Я понял, теперь нам надо напасть одновременно. Нельзя разделяться. Я золотой спартанец, и я вот эти крутые... и я, как его там... Вот эти крутые люди, вы... А теперь... Мы не должны проиграть. Так, ребяточки, окей. Окей, я готов. Я говорю тихо, потому что мы сейчас будем... Сейчас мы будем драться, ребята. Готовы по моему сигналу. Раз. Два.
Смотри, ребята. Нападаем. Все, давайте, пошла битва. Реально, четвертый капец. Все, ребята, давайте, подносим капитану. Сразу стреляют все. Давай, 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 опа, ай. Давайте, щит, щит, берите щит. Ломайте башню, бам, как хорошо залетело по башне. На, плохо. Получите, получите. Я даю удар спартанцам. Да, драться и стрелять. Давайте, дар спартанцам. Я вам дам, да, драться, поэтому теперь вы должны мне заплатить, что я дал. Давай, пошла жара, ребята, бейте, давайте, да, давай, 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 давай. Еще чуть-чуть и мага убил, на. Да почему так я этого мага не могу убить? Все, убил мага, окей. Хорошо дело, идет нормальное дело. Давай, щит, удар. Нет, да. И меня сейчас развалят. Давайте, воины, мы победим. Мне надо уходить. Мне надо уходить. Помогите мне, воины. Я уже взял вас сюда на себя. Теперь хватит мне. На. 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 Ай. Нет, мне надо уходить. Воины, сражайтесь за меня. Давайте же. Вы сможете меня чувствовать? Мне надо чуть-чуть подхилиться. Остался последний. Давайте, у вас есть луки, а то меня убьют. Фу, все, да, молодцы, давайте. Стрельте, убейте его. На! На! Ломайте башню. Ломайте же башню, давайте. У меня осталось очень мало жизни, ребята. Но мы должны победить. И мы побеждаем. Фух, ребята. Ну, в этот уровень уже было посложнее. Чика, ребята, очень было сложно. Реально. О, нам доступен Убимаг. Это круто. Реклама, ребятки. Перематываю. Она маленькая, поэтому мы... Я ее не буду перематывать, потому что она очень маленькая. Все. А что нам сейчас делать? Ну, наверное, спартанцев прокачаю. Что? Щит спартанцам прокачаю. Вот так вот. Дерзкие земли, ребята. Мы пришли на дерзкие земли. Фух, освободите дерзкие земли. Теперь нам доступен Убимаг, ребята. Так. Фух, он к нам сразу не бежит. Я уж думал, что он к нам сразу пойдет. Так, давайте золото, копите золото. Самое главное это золото. Давайте, копите же золото. Давайте, давайте, золото. Да, да, молодцы, молодцы, молодцы. Все, мне кажется, хватит рудокопов. Все, хватит рудокопов. Все, мне кажется, сейчас надо выставлять оборону. Раз нам дали магов, то мы, значит, сейчас и будем их использовать. Моя тактика будет называться... Убимаги. Все, ребята, это моя тактика. Сейчас у нас много денег наберется. Сейчас, подожди, чуть-чуть прям. Сейчас. Вот сейчас они все подойдут туда. И все отдадут денежки. Вот они все идут, почти все идут туда и сдают. Ой, что, капец? Капец, что ты, Малялкина? Башня! У них лучники, ребята! Капец, трава! Наши рудокопы их сейчас убьют! Давайте! Нашего рудокопа одного не убили. Все, уходим, уходим, уходим. Они решили не драться. Вот это крысы были реальные. Я думала, они не будут нападать на меня. И у нас почти вся руда закончилась. Ну ничего страшного, пойдем у противников забирать. Все, я включаю вот это. Пусть рудокопы работают. Когда вся рута закончится, то все, ребята, и мы нападем, ребята. У меня уже есть армия такая небольшая. Небольшая такая. Ну, мне кажется, она победит вот этих мечников, потому что у меня здесь
И вот эти маленькие штуки, потом вот эти маги, потом вот мечники. Кстати, я хочу кое-какого лучника убить за мечника, поэтому сейчас я попробую. Надо уворачиваться от стрел. Так, теперь надо срочно уходить. Нет! Я думаю, а что, они нападают? Так на мы тоже нападаем! Ну что, пошла жара! Сегодня золотой спартанец не придет, как это я себя называю, потому что спартанец. Давай! Сегодня... Нет, теперь они не смогут отступить. Теперь мы нападаем. Теперь они не смогут отступить. Все, мы нападаем, ребята. Все, давайте, обе магии. Победят, давайте. Вот эта битва идет, реально, битва насмерть. Вам не кажется, что эта битва реально насмерть? Давай. Бей его, давай. Фух. Давай, бей его. Все, они уходят, ребята, они... Давайте, ломайте башню, чего вы не ломаете башню? И еще маги сделают своих людей. Давайте, все маги атакуют. Молодцы просто. Отлично, шик-шик-шик-шик. Давайте, все атакуйте башню. Как башня еще? О, нет, они вызвали подкрепление. Тогда у нас тоже пошло подкрепление. Даже очень большое, ребята, я бы сказал. Но оно очень долго загружается, поэтому это будет плохо дело. Ну или оно даже не понадобится, ведь мы уже выигрываем. Это вот это подкрепление. Ладно, удалим подкрепление. Вот мечник идет, мечник, давай. Мечник, давай, и убей его. Да, окей, легко дня. Ну, здесь уже понятно, что мы победили. Здесь уже понятно, что мы... Вот. Ребята, облегчайшая. Фух, все, ребята. Фух. Реклама. Я не люблю рекламы. Я вообще не люблю рекламы. Ой, ребят, простите, пожалуйста, я не смог перемотать. Простите, пожалуйста. Ну ладно. Так, ну копье прокачаем тогда спартанцу и вот это. А что еще прокачивать? Ладно, ребята, давайте тогда здесь закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но нетушки, ребята. Еще чуть-чуть, и мы этот не будем сейчас заканчивать. Мы поменяем свою оболочку. Не на вот этот скинчик, а на огненный скинчик, ребята. Называется лава. Хе-хе. Крутая лава, прям отличная лава. И посмотрите, какой великан крутой. И здесь еще есть какие-то крутые скины. Это вообще крутые скины там были реально. Кстати, ребят, я хочу сделать кое-какой секретик. Ребята, смотрите. Мне вот этот лавовый мечник что-то не нравится. Я вот такие мечники люблю. Вот этих я мечников очень прям люблю. Вот всех. Вот спартанцы. Ну, посмотрите, какие спартанцы крутые. Чем вот эти скины надевать, лучше вот этих. Делайте все, ребята. Кто со мной согласен? Не знаю. А теперь, ребятки, смотрите. Я сейчас открою сундук. Если мне выпадает скин, я все скины... Если за один сундук мне выпадает скин, то я все скины делаю на обычный скин. Все. Да, ребята, все, мне Ну, здесь уже реально без шансов. Мне выпал. Потом, наверное, наденем этот скинчик. Но у меня сейчас все будут классический скинчик. Ну, все. Окей, мы все поменяли. Ладно, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.